Новейшие достижения в области зеленого развития показали китайские компании на Всемирной производственной конференции. Главной темой четырехдневного форума в провинции Аньхой стало внедрение умных систем в производство. Также на площадке прошла выставка, на которой китайские производители представили новейшие модели автомобилей на альтернативных источниках энергии. Нулевой уровень выбросов сочетается в них с передовыми характеристиками и дизайном. Всемирная производственная конференция проходит с 2018 года. На этот раз она собрала около 1000 гостей со всего мира. В ее рамках подписали более 3500 проектных соглашений с общим объемом инвестиций в 210 миллиардов долларов. В разные годы конференцию посетило более 600 руководителей высшего звена из крупнейших компаний мира.